Владельцы кошек чаще, чем владельцы других домашних животных, встречаются с проблемой запоров. В этот момент и встает вопрос выбора слабительного для кошек. Запоры могут быть вызваны нарушением пищевого режима, несбалансированным рационом, попаданием в кишечник непищевых элементов. Запорами у кошек сопровождаются многие серьезные заболевания, болезни печени и почек, травмы, делающие болезненным акт дефекации. Многие кошки, не имеющие серьезных системных заболеваний, могут страдать от проблемы, связанной с задержкой стула. Причина этому – малоподвижный образ жизни, нарушение питьевого режима, рацион с отсутствием клетчатки или, наоборот, с ее избытком. Психологический аспект для кошек очень важен – неудобный лоток, неподходящий наполнитель, туалет, организованный в шумном месте – все это может спровоцировать задержку стула, и запор сформируется вторично. Слабительное для кошек – главное необходимо оценить предполагаемую пользу от применения слабительного для кота с риском потенциального вреда и осложнений. При запоре в первую очередь следует убрать фактор, спровоцировавший его, и только потом дать слабительное средство кошке при возникновении симптомов боли, ректальном кровотечении, сопутствующей рвоте, отказе от пищи, снижении активности, срочно обратиться за ветеринарной помощью. Всегда помнить, что симптомы запора и острой задержки мочи могут быть схожи. Показания для слабительного. Основным показанием, при котором применяют кошачье слабительное, является запор, возникающий по той или иной причине. Также слабительные средства применяют перед операциями в области прямой кишки и анального отверстия. Отдельно нужно обратить внимание на необходимость применения слабительных средств при состояниях, когда кошка не может принять позу для дефекации либо напряжение мышц живота противопоказано, переломы, в том числе таза, послеоперационные боли, травмы. У многих кошек происходит образование трихобезоаров, это камни из шерсти. В норме кошка их отрыгивает, но иногда они создают проблему при дефекации. Владельцы в таких случаях говорят, что кал кошки похож на валенок. Виды лекарственных препаратов, препараты, способствующие смягчению каловых масс, контактные слабительные, слабительные, увеличивающие объем кишечного содержимого, осмотические слабительные, слабительные препараты в клизмах, прочие слабительные. Препараты, способствующие смягчению каловых масс, здесь речь пойдет в основном о вазелиновом масле. Это слабительное есть смысл дать коту при запоре, если проблема не хроническая, а ситуационная, причиной стало обжорство, заглатывание непищевых предметов, либо если нужно опорожнить кишечник в предоперационном или послеоперационном периоде. Назначение вазелинового масла надолго не является целесообразным, так как усвояемость многих питательных веществ снижается и в долгосрочной перспективе это может навредить кошке. Его можно давать в смеси с кормом или выпаивать отдельно. Очень важно соблюдать технику при введении препарата, так как если кошка вдохнет вазелиновое масло, то велик шанс развития тяжелейшей аспирационной пневмонии. Контактные слабительные синеастролистные листья и касторовое масло противопоказаны кошкам, так как на практике эти препараты часто вызывают у них сильную рвоту и геморрагический колит. Слабительные, увеличивающие объем кишечного содержимого препараты этого ряда широко представлены в гуманной фармакологии растительными средствами от шелухи семян подорожника до ламинарии. Учитывая, что это лекарство от запора для кошек, имеющих хронический запор, и часто такое назначение или долгосрочно, или пожизненно, то очень важно, чтобы кошка ела лекарство сама, не насильно. Существуют готовые промышленные рационы с высоким содержанием растворимой клетчатки и клетчатки подорожника, которые улучшают кишечный транзит и размягчают фекалии у кошек, страдающих запорами, замедленным кишечным транзитом и кишечным дискомфортом. Осмотические и слабительные к этой группе относятся лекарственные средства на основе лактулозы. Лактулоза может быть основным действующим веществом гудлак, дюфалак, лактусан, или входить в состав комплексного препарата диналак, лактулоза плюс симетикон. Лекарственные средства этой группы, как правило, используют при хронической проблеме запоров, снижении перистальтики кишечника. Обычно назначаются как вспомогательная терапия при болезнях печени и почек, сопровождающихся явлениями интоксикации. Слабительные препараты в клизмах делать кошке очистительную клизму в домашних условиях не рекомендуется, потому что процесс этот травмоопасный и может быть болезненным. Для очистительной клизмы используют теплую воду, раствор натрия хлорида, отвар ромашки, слабый раствор ромашки или фурацилина, вазелиновое масло. Исключением может стать микроклизма, микролакс. Этот комплексный лекарственный препарат показан при необходимости опорожнения прямой кишки при запорах разной этиологии.
Прочие слабительные для кошек из препаратов этой группы применяют глицериновые детальные суппозитории. Показания, как и для микроклизм, запоры различной этиологии, ситуации, когда нужно опорожнить кишечник, оперативные вмешательства в области прямой кишки и ануса. Абсолютные противопоказания, при которых не применяют слабительное средство для кота, ректальное кровотечение неизвестного генеза, сопутствующая рвота. Слабительные средства нельзя использовать без консультации с вашим ветеринаром, если животное испытывает боль, вынужденная поза, дискомфорт при ощупывании живота, значительно снижена активность, пропал аппетит. Слабительное для котят-котята, как и взрослые кошки, могут испытывать проблемы с дефекацией. Именно котята чаще, чем другие домашние животные, заглатывают непищевые предметы. Это связано с тем, что на языке котенка расположены ворсинки, которые направлены в сторону пищевода, и после того, как котенок наигрался, выплюнуть объект он уже часто не в состоянии. Присутствие инородного тела в желудочно-кишечном тракте диагностировать непросто. Для этого, в зависимости от ситуации, врачи часто применяют рентгенологическое и ультразвуковое исследование брюшной полости. Не всегда даже эти меры бывают показательны, и порой врачам приходится проводить диагностическую операцию, если риск обструкции кишечника или перфорации его стенок велик. Особенно опасны в этом отношении нитки, веревки, рыбные кости. Однако если ваш котенок при вас заглотил какой-либо неострый непищевой предмет маленького диаметра и вы точно знаете, что этот предмет не токсичен и не гигроскопичен, например, фантик от конфеты, то можно помочь котенку избавиться от инородного тела, дав слабительное для котят. Препаратом выбора в этой ситуации будет вазелиновое масло. Котята с хроническими запорами, вызванными гельминтозами, погрешностями в кормлении, аномалиями развития скелета, кроме назначения лечебной диеты, нуждаются в слабительном для котят. В такой ситуации лучшим выбором будет слабительное на основе лактулозы. Отдельно нужно обратить внимание на котят с атрезией анального отверстия. Это такой дефект развития анального отверстия или терминального отдела прямой кишки котят, при котором формируется запор. У самок может быть сформирован свищ между прямой кишкой и влагалищем, и тогда дефекация будет происходить через него. Иногда пациенты живут так годами, поэтому, если у вашего котенка болезненный, продолжительный акт дефекации, если на лотке котенок проводит необычно много времени или сильно вокализирует, его нужно показать ветеринарному врачу. Перед дегельминтизацией и после нее в использовании слабительного нет необходимости, если ваш ветеринарный врач не рекомендовал иначе. Профилактика запоров запор – состояние, при котором кошка испытывает дискомфорт, тяжесть в животе и даже боль. Устранение запора при помощи кошачьих пероральных слабительных средств или местных клизмы, микроклизмы, суппозитории, процесс трудоемкий, кошке приносит стресс и даже боль. Мегаколон, формирование большого количества каловых масс в ободочной кишке, может потребовать оперативного вмешательства. Все эти факты говорят о том, что запор лучше предупреждать, чем устранять. Подытожим, что же мы можем сделать для этого? Правильный водный режим. Многие кошки мало пьют, особенно эта проблема остро стоит у кошачьих, питающихся сухими кормами. Для покрытия потребности в жидкости можно комбинировать сухие и влажные корма. Если кошка не любит пить воду из миски, можно приобрести специальный питьевой фонтанчик. Вода всегда должна быть свежей, комфортной температуры. Полноценный рацион, удовлетворяющий потребности именно вашей кошки. Здесь много нюансов, их лучше обсудить с ветеринарным диетологом. Есть корма, содержащие большее количество клетчатки для кошек, склонных к запорам. Кошкам, имеющим сопутствующие патологии почек и печени, также требуется особое кормление, в том числе и для ускорения выхода каловых масс и предупреждения их застаивания. Кошки, которые питаются натуральными рационами, в обязательном порядке должны получать не только мясо, но и источники переваримой и непереваримой клетчатки. Видоспецифичной для кошек является проблема трихобезоаров, волосяных камней. Кошка вылизывается, отлинявшая шерсть попадает в пищеварительную систему, формируются валенки. Обычно они маленькие и легко эвакуируются со стулом или при срыгивании, но бывает, что собираются в большие комки, вызывая острые и хронические гастриты, энтериты, колиты. Иногда доходит до конструкции кишечника. Для того, чтобы предупредить образование трихобезоаров, нужно использовать специальный корм для длинношерстных кошек, в периоды линьки добавлять специальную мальт-пасту. И регулярно вычесывать кошку, конечно. Очень часто запоры формируются у животных с минимальной физической активностью. Когда здоровье кошка живет буквально в треугольнике «миска-диван-лоток», необходимо заставлять питомца двигаться.
Это можно сделать или при помощи игры, или попробовать прогулки на улице, обязательно использовать шлейку. Кошки – очень скромные животные. Если кошачий туалет не удовлетворяет потребности кошки в психологическом плане, она может очень редко ходить в туалет, и запор тогда будет формироваться вторично. Многим кошкам требуются отдельные лотки для мочеиспускания и дефекации. Если кошек несколько, лотков должно быть минимум по их количеству плюс один. Установлены лотки должны быть в спокойном месте, куда у кошки есть круглосуточный доступ. Какой наполнитель наиболее комфортен для вас и вашей кошки, можно понять только опытным путем. Диспансеризация. Невозможно переоценить эффективность этой меры для профилактики болезней кошек в общем и запоров в частности. Если для молодых кошек достаточно просто осмотра, то для кошек старшего возраста есть смысл включить в ежегодное обследование анализы крови, мочи, ультразвуковое обследование брюшной полости. Если видео было вам интересным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.